Всем привет, это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я уж гид по Анталии. Сейчас, как вы можете видеть, я нахожусь в торговом центре 5M Migros. Сзади меня магазин Watson's. Это магазин косметики, уходовых средств и всего такого. Но мы пришли сюда за натуральной косметикой и уходовыми средствами. Как, например, популярные фирмы Rossens, где делают из настоящих роз из Испарте. Но сейчас таких магазинов в Анталии нет. Но мы нашли то, что есть продукция в магазине Watson. Давайте посмотрим, какая же она есть. И покажем все натуральное, био. Вот, мы уже зашли. Смотрите, на каком стенде это находится. Нет, это не Rossens, это другая фирма. В Испарте есть не одна. Вот мы просто знаем, вот это Гюльби Бирлик. Вот стоит 24 лира. Это у нас розовая вода. Здесь даже написано по-русски. Вот ее состав. Что натуральная розовая вода, полученная путем обработки лепестков роз, не содержит никаких добавок. Очень натурально. Для смывания косметики, для умывания. Замечательная вещь. Очень вкусно пахнет. Да. Вот таких очень много тут. Смотрите, где мы сейчас. Вот. Это прямо при входе. Прямо при входе. Давай покажем еще. Интересные есть, вещи. Есть самой фирмы Watson's, у них очень много косметики своей. Да, ну я посмотрю, тоже розы есть, у них вот то, что мы здесь видим изображено. Персики, алоэ. У самой фирмы Watson's тоже есть много продукции, вот написано розы нарисованы. Но я посмотрела по составу, очень много химии. Вот. Содиум, это туда-сюда, короче, это химия. Если мы пришли с натуральной косметикой, будем ее искать. Вот здесь название у нас биомаги, очень интересно. Краска для волос. Вы посмотрите, сколько разных цветов. Ой, на этом стенде какое количество. Это натуральные краски. Пишут с креатином, аргоновым маслом. Ой, даже есть на русском языке. Так, окрашивать, даже картонная коробка. Вот столько оттенков цвета под любой. Стоит 30 лир. 30 лир, видите, со скидкой сейчас. Сейчас мы находимся возле стенда косметики. Тут будут уходовые средства. Смотрите, сколько тут их очень много. Вот, фирма Rossens. Она у них раньше была разрекламирована, все хорошо. Вот, тоже розовая вода. Вот таких вот маленьких упаковочек. 100% натуральная. Да, в маленьких упаковочках по 100 мл. И стоит она 20 лир. Еще есть такой упаковочки розовая вода. Но это от Watson's фирма. И стоит 7 лир. Но она, видите, Watson's не всегда натуральная. То есть почти никогда не натуральная. Ну, фирма Rossens чем хороша, она выпускает не только розовую воду, они делают крема еще на основе роз. Вот мы здесь нашли крема уходовые для лица. Давай поговори о нем. Смотри, у них новинка появилась. Да, вот как он выглядит. Выглядит, то здесь они все закрыты, потом показать, как он выглядит мы не можем. 50 мл стоит 60 лир. Продуктов очень много у Rossens. Ну, смотри, даже для губ. Вот для крем. Губ стоит 9 лир. Такой маленькая упаковочка. Да. Сколько миллилитров? 5. 5 миллилитров. Она очень маленькая. Так. А вот есть еще такой крем. Для смывания макияжа с глаз. Стоит 22 лиры. Да. О, вот это большая. Вот это 59 лир. Вот они это... разные для разного использования. Это для нормальной кожи, а это для сухой кожи. Да. Видите, это очень важно. Стоит на лиру дороже. А здесь ведь написано нормаль, а здесь куру. Видите? Так, а это тоже вот розовая вода. Только другой фирмы. Нет, тоже... вот Гюльбели, которую мы там ведь показывали, большая была бутылочка. А эта вот маленькая, вот на 19 лир стоит. Они здесь пишут, что она полностью натуральная. Это аналог как Rossens. Сколько стоит? 19 лир. Да. Почти одинаково. Вот стоит. Здесь у нас еще крема есть. Ой, посмотрите. Вот. Крем для рук. 12 лир. Маска. Вот видите, масло роз. 29 лир. Для пилинга. Гюль – это по-турецки роза. Ну, действительно, даже по-английски написано. Органовое масло. Ну, это тоже органическое.
Меркьюри. Еще вот тут от Росенс есть. Смотри, это что такое? Вот стоит это 90 лир огромное. Что такое? Ой, тоже еще розовая вода, еще другой фирмы есть. Мы уже вот тоже нашли еще 24 лиры. Косметика. Вот она. Это фирмы Herbaderm. Очень хорошая, все так рекомендуют ее. Да, вот она и стоит, это 55 лир для крем для глаз. Я вот себе как раз такой искала. Так, вот это для удаления цветных, вот видите, покраснений. Пятен. Да, пятен. 70 лир. Смотри, еще раз Сенс вижу, тоник. Что да, это тоник такое? Тоник для лица. Прикольно. 34 лиры стоит. Ой, это на основании козьего молока. Видишь, молоко и тоник. То есть очень много здесь. Вот как вот мы присели. Знаете, ой, очень неудобно сидеть. Да. Уж простите. Ты, весь мои козочки нарисованы. Погляди, сколько у них такой косметики 16, здесь. Козье молоко, лосьон для тела. Даже они по-русски написали, вон она. И тоже оно сделано у нас. А нет, это сделано не в Турции, сделано в Польше. В Польше сделано. Угу. Посмотрите, натурального всего тут очень много. У нас интересовала больше фирма Росенс. Да, видите, нашли много и аналогов. Да, нашли много и других. Тоже рассказываем про розовую воду. Очень было приятно. Смотрите. Вот сейчас рассказываем. Я думаю, всем будет интересен этот обзор. Вот смотрите, что мы еще нашли. Росенс Гюль Колониасы. Наверное, спросите, что такое колония? А если вы заходили в турецкие кафе, их чаще всего там дают. Тебе просто на руки льют, и все, и вкусно пахнет. Да, это потом руки из роз. Это они дезинфицируются. Да, очень классно. Да. Такое стоит 18 лир. Я считаю, это недорого для колонии, потому что они стоят и дороже. Очень много видов. Это одеколон из лепестков роз. Все настоящее. То есть по всему магазину разбросаны все товары Росенс. То есть надо смотреть. Прям буквально по всему проходить. Да. Тут много чего интересного тоже. А вот смотри, тоже пахнет лаванда. Пахнет чипюри. Смотри, натурально. Ну, здесь нет. Нет, химии добавлено. Вот видите, да. Только вот Росенс и какая-то еще фирма делает натуральные именно. А так в основном вы не смотрите на картинку. Название. И название. Надо читать состав. Это не всегда будет натурально. Сейчас мы прошли отдел мыла именно для рук. Да. Обычное. Вот, а этой фирмы Otaji. Otaji, поэтому берите эту фирму, не только Росенс. Они именно другие, не только из роз делают. Это с лимоном. Давай посмотрим на натуральность. Ну вот они тоже пишут, что все натуральное. И состав. Лимон, да. Да. Пахнет и... очень вкусно. Это правда. Прям что-то. Ну, даже не сказать, слишком пахнет, но вот нормально. Натурально пахнет. Натурально пахнет. 9 лир стоит. Да. Есть еще это с чем? С какими-то орешками, да? Да. То есть тут есть обычный Дав, а есть вот такие натуральные. Лаванда. Тоже 9 лир стоит. Просто когда добавляют просто масло, оно, а нет никаких таких отдушек химических, то оно и будет пахнуть мылом. Ну да. Видите, что мы еще нашли? Конечно, наверное, не натуральный от Watsons. И если вы едете с собой, вот дорогу такой да, для душа можно брать. Какие-то малюсенькие, маленькие кремики, маленькое все тут. От Watsons фирмы. Прямо возле кассы. В очень удобном месте, мы тут все мешаем, да. Это у нас, о, это набор Otaji. Это да, будет это... хороший. Смотрите, сразу берете набор. Тут есть и маленькое мыло. И... Это что? Это для душа. Это для душа гель. Это шампунь и крем для ухода. Классно. Сколько стоит? Смотрите, видите, они даже нарисовали самолетик. Сколько так, стоит? Сейчас его найдем. Знаете, ну, представляете, цены не знаем. Ну, к сожалению, не можем сказать цену, но есть такая классная вещь. Да. Давай, смотри, может там еще есть? Нет. Давай только тут. Давай смотрим на этой полочке, что еще маленькое тут есть. Интересное. Вот тут маленький шампунь для детей. 5 лир стоит. А это у нас? Масло. Это шампунь оливковый. Мне кажется, это масло. Нет, написано шампунь. Прикольно. Шампунь. И вот. Все очень маленькое. Да. Видишь, что натуральное. Тоже вот это. Ну, все в маленьких упаковочках. Тут магазин косметики именно уходовый большой. Правда, очень нравится. Да, мы даже нашли корейский крем. Корейский. Биби-крем. Я хочу вам показать, как...
Я просто знаю, видите, крем Диадермин. Очень хороший крем, всем рекомендую. Вот у нас бабушка пользуется им. 40 лир стоит, он даже продается в аптеках. Ну, где сделан? Здесь тут много очень представлено его. Для всего чего угодно. Нужно смотреть. И где сделан? Ну, написано, что лаборатория. Дюссельдорф сделан. Германия. В Дюссельдорфе? Да. Прикольно. Ну, все рекомендуют. Хотела вам показать. Так, мне кажется, можно... Вот, смотрите, что мы нашли. Поглядите, это тоже рядом с кассой, потому что... Иначе, все рядом с кассами. Иначе вы не найдете. Тут, честно, магазинчик маленький, но много всего интересных товаров есть. Вот масло. Вот это, запомните фирму, Арифоулу. Они делают натуральное все. Розовое масло, здесь даже состав написано. Все сделано вот в Турции. Масло розы, все. Они даже пан вот продублировали на английском. Просто масло. 30 лир. Посмотрите, сколько 24 масел есть. Все, что здесь нарисовано... Что здесь находится внутри. Ну, или даже васильки. Прикольно очень. Угу. Очень много. И есть и большие упаковки, уже чего-то другого. А вот масло для... Для массажа. Для массажа. Нет, вау. Не покупаю. А вот другой фирмы масло. Вот они вот хоть это собрали в одно место. Даже, смотрите, есть масло морковок. Еще, это что? Это лук же. Чеснок. Чеснок. Чесночное масло. Чесночное масло. Ромашковое. Вау, вообще. Крем, смотри, крем от защиты от солнца. Натуральный. 50+. То есть, очень самая сильная защита. Класс. И он сегодня со скидкой. 30 лир стоит. А так вот цены приемлемы на масла. Вот. Витамин Е, кстати, но продает 40 лир. Но она большая. Здесь вот. 40, 15 лир. Масло вот это вот 40 лир, 25. Даже фисташковое масло есть. Кстати, очень прикольно. Мы нашли органическое масло из кокоса. Вот называется Hindistan GVZ Yaoi. 50 миллилитров. Лир. 50 лир стоит. 50 лир. Масло какао натуральное. Класс. Погляди. Целая банка стеклянная большая. 150 миллилитров. Стоит всего лишь 26 лир. 27 лир, да. Это масло. 50 это... лир. Чего это масло? Авокадо. Авокадо. А вот смотри, оно само. Вот какие кокосовые масло. Стружка. Нет, это не стружка, она именно масло. 45 лир. Класс. Ну что, какой вывод можешь сделать об этом магазине? Натуральной косметики, натуральные средства для ухода, мыло и масло. В Турции много есть, действительно настоящий натуральный. Можно купить на улице, можно на базаре, но у вас нет гарантии, что вы купили действительно натуральное. Мне кажется, что в крупном магазине, где известные фирмы продаются, что шанс купить натуральный гораздо выше. Но это вам решать. Мы показали, что есть здесь. Нашли вот такой вот магазин и как обошли его весь. И все, что здесь было натуральное, мы все-все вам показали. Надеюсь, были вам очень полезны. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Надеюсь, мы вам были полезны. Поставьте, пожалуйста, лайк и нажмите на колокольчик. А еще у меня есть Инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока!